Рязанская нефтеперерабатывающая компания оказала благотворительную помощь медицинским учреждениям города, областному клиническому перинатальному центру и Рязанской областной детской клинической больнице имени Дмитриевой. На выделенные средства учреждения закупили взамен существующего, морально устаревшего, новое оборудование. Нам было передано современный фетальный монитор. Уникален он тем, что он позволяет оценивать как состояние ребенка как во время беременности, так и во время родов, потому что ранее в одном аппарате таких функций не было. Благодаря получаемым параметрам этого современного фетального монитора врачи могут принять своевременные меры по появлению малыша. Оцениваются два показателя. Это сердцебиение плода, по нему мы оцениваем состояние ребенка. И второй показатель – это схватки родовой деятельности у женщины. Рязанская нефтеперерабатывающая компания уже не первый раз оказывает благотворительную помощь больницам региона. Социальная ответственность – это важнейшее направление компании. Кстати, в текущей ситуации предприятие безвозмездно передало рязанским врачам 500 защитных комбинезонов для оказания медпомощи жителям региона. Поддержав инициативу губернатора Рязанской области, хочу помочь врачу.